На Одесской киностудии подходит к завершению съемочный процесс фильма «Улыбка львицы», посвященного столетнему юбилею возникновения Одесского зоопарка. Премьера киноленты состоится совсем скоро, а именно в дни празднования рождения Одессы. Подходит к завершению съемочный процесс художественного фильма «Улыбка львицы», посвященного столетнему юбилею возникновения Одесского зоопарка, а также рассказывает о его первом директоре, неутомимом мечтателе, одессите норвежского происхождения Генрихе Бейзерте, который не только основал зоопарк, но и спас его во время Второй мировой войны. Вы думаете, чем я тут занимаюсь? Я якобы вывожу зоопарк и животных в Бухарест. Но на самом деле я обманываю немцев, я прячу животных тут, чтобы опять вернуть их в Одессу, и чтобы вы увидели их потомков сегодня. Ну, мне надо еще сохранить и свою жизнь, и жизнь своей семьи. И вот я кручусь и так, и об этом создан наш фильм. Мы побывали на съемочной площадке как раз в тот момент, когда Бейзерт под угрозой расстрела должен был эвакуировать с отступающими немцами и румынами зоопарк в город Бухарест. Но, кружа по пригороду Одессы и поджимая наши войска, он обманывает немцев, говоря им, что это уже не одна поездка, и многих животных он уже вывез. Сегодня очередной съемочный день. Мы работали с остановкой немецкого командования нашей машины, нашего Бейзерта, который вез, спасал животных. И вот сейчас приехали на Куяльник, где будет практически заключительный диалог нашего героя Генриха Бейзерта со своей дочкой. Вот. Ну, приятно сказать, что вчера позвонила настоящая дочка из Норвегии, которая смотрит наши новости, новости телекомпании «Круг» и следит за продвижением наших съемок. В момент съемки, знакомясь с информацией о фильме, на Одесскую киностудию пришло письмо от внука Бейзерта, который проживает в городе Осло, Норвегия. Живы также его две дочери, проживающие в Мельбурне, Австрия. Поэтому можем сказать, что с нетерпением ждут премьеру не только в Украине, но и в других странах мира. А состоится она в дни празднования рождения Одессы на Одесской киностудии.